ранним утром просыпаемся от желания невозможного. И голодный желудок мается в поисках мяса молочного. Для чего придуман этот пост? Ради нашего очищения. Неужели попаду я в ад из-за молока и печенья? Поститься нету сил, закрываю я глаза, закрываю и шашлык представляю. Поросенок не снится. Поститься за недели, неделя будут светлые лица молиться. Мясо долго не ели и слегка прихудели. Хочется застрелиться. А всего лишь первый день поста, 40 дней еще продержаться бы. Не хочу больше видеть, пожалуйста, я орехи, редис, гречу и грибы. На тарелке лежат 2 горошины, выбираю я ту, что пожирней. Все друзья мои близкие, хорошие, приходите ко мне через 40 дней. Проститься нету сил, закрываю я глаза, закрываю. Мимо торт проплывает, мог бы и поделиться. Поститься, в джинсы влезу, я верю. Ну а я пройду в двери, после Пасхи проверим. Все ж назад возвратиться.